Ну что ж, это новая комната, в которую я переехал. Сейчас будет маленький гайд по ней. Вот, значит, вот этот блок. Это у нас душевая. Типичная душевая какая-то такая. Вот. Вытяжка. Вот. Туалет. Ванная. Там живет сингл рум, там живет парень, заехал, не знаю, есть, нету. Значит, здесь у нас спрятан холодильник. Вот у нас холодильник, сверху ничего нет, а нет, а это мое мясо в холодильнике сверху. Вот, вот это наша кухня. Очень интересный способ включения света, она впаяно вот в эту штуку было почему-то там выключатели, поэтому здесь сделали такую дырочку, чтобы включать свет. А вообще это такой сервант получается. Идеальная логика инженеров. Вот, это наша такая маленькая кухонька. Вот, как видно, эта комната, этот блок вообще в целом просторнее и более современный какой-то, наверное. Вот. А вот это наша комната. Вот, она значительно больше, как тоже видно. Вот. Вот такие у нас столы. Деревянный пол здесь. Вот, по две батареи. Вот, жарят они конкретно. Потому что под нами находится котельная, и она очень тепло здесь. Очень то, что самое надо. Вот. А здесь вид сразу же на парковку, потому что за этой стеной находится... как-то супермаркет. Сейчас можно показать, его видно прямо на вид на супермаркет прямо из окна кухни. Вот. Whole Foods супермаркет, вот он прямо у нас за окном. Вот парковка, вход и все дела. Вот, поэтому вот такая вот новый блок, куда я переехал пока что жить.